Что касается Казахстана, мы уже обсуждали со многими должностными лицами, и с президентом, я ему поклялся, что приедет очень толковый и порядочный человек. Для нас очень важна промышленность там. Поэтому не думаю, что ты туда уезжаешь для отдыха. Нам надо Казахстан подтянуть, Беларусь тоже. Аграрная страна, у нас сельхозмашиностроение развито, компетенции у нас приличные, то, чего нет у них. Поэтому я очень надеюсь, что вот твой опыт работы в промышленном секторе поможет нам справиться с решением задач, расширением товарооборота с Казахстаном. Страна интересная, люди интересные, и очень большой объем работы.